Всероссийская олимпиада школьников – это возможность проявить себя, развивать свои способности, найти новых друзей и поступить в тот вуз, о котором мечтаете. Всероссийская олимпиада школьников – это длительный период, наполненный интересными событиями, яркими эмоциями, от радости побед до горечи поражений. Я считаю, что это то, через что должен пройти каждый ученик, испытать на себе все эти эмоции и получить незабываемый опыт. Всероссийская олимпиада школьников – это и правда воплощение спорта с раундами на выбывание, с борьбой и с азартом, которым эта борьба сопровождается. Всероссийская олимпиада школьников – это уникальная возможность проверить свои знания на практике и проявить свой талант. Всероссийская олимпиада школьников – это люди, огромное количество людей, стоящих за общим делом. Это участники, которые узнают много нового, для которых олимпиада стала шансом проявить себя. Это педагоги-наставники, которые помогают участникам, направляют и консультируют их. Это разработчики и организаторы олимпиады, которые подбирают самые интересные задания. Здравствуйте! Как известно, 2021 год объявлен годом науки и технологий. И пусть сегодня это ёмкое слово «наука» станет для нас знаковым. Ведь в нем новые открытия и свершения, начинания и победы, высокие цели и стремления. Насколько трудно быть первыми, как велика цена успеха, сколько радости приносит победа, как никто другой знают участники Всероссийской олимпиады школьников. Ежегодно более 100 тысяч учащихся Ярославской области принимают участие в интеллектуальном марафоне Всероссийской олимпиаде школьников. Организатором и идейным вдохновителем регионального этапа является Департамент образования Ярославской области. Региональный этап олимпиадного сезона 2020-2021 года проходил в стенах университетов Ярославской области. Этап сложный и очень важный, ведь победители и призеры регионального этапа могут получить уникальную возможность проявить себя на заключительном этапе олимпиады. Прямо сейчас мы побываем в тех высших учебных заведениях Ярославской области, где проходили интеллектуальные соревнования. С 12 января по 25 февраля 2021 года город Ярославль стал местом проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Ежедневно школьники 9-11 классов из разных образовательных организаций Ярославской области съезжали сюда для того, чтобы бороться за победу в олимпиаде. Особенностью олимпиады в этом году стал не только новый формат ее проведения, но и площадки, на которых проходили интеллектуальные испытания организации высшего образования Ярославской области. Первым свои двери для участников олимпиады открыл Ярославский государственный педагогический университет имени Константина Дмитриевича Ушинского. Здесь изучали и анализировали художественные тексты будущие филологи и литераторы, проводили химические эксперименты знатоки химии, демонстрировали свою силу и гибкость будущие спортсмены, разбирались в образной смысловой сущности произведений искусства любители мировой художественной культуры. Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, как вы считаете, какое место занимает Всероссийская олимпиада школьников в современном образовательном пространстве? Я думаю, что олимпиады школьников являются просто жемчужиной нашего российского образования. Это очень добрая традиция. Конечно, они позволяют определить лучшего, но вряд ли это главная цель. Дело в том, что олимпиадное движение, оно имеет возможность для продвижения всей системы образования. Дело в том, что именно через олимпиады очень часто ученые, преподаватели апробируют какие-то новые дидактические решения, новые содержательные решения. Чаще всего олимпиады ориентированы не на школьную программу, они ориентированы на выявление ребят, которые могут нестандартно мыслить, которые могут находить нестандартное решение, определять собственную позицию. Очень важно, что олимпиады позволяют обеспечить очень сложную, интересную интеграцию разных типов образовательных структур. Безусловно, школ, центров дополнительного образования, университетов. И Ярославская область имеет огромное число примеров такого рода взаимодействия. Спасибо большое за ваш ответ. Очень интересная точка зрения. Я думаю, многие бы ее поддержали и согласились с ней. Михаил Владимирович, а скажите, а что бы вы пожелали ребятам, которые достигли высоких результатов на региональном и федеральных уровнях Всероссийской олимпиады школьников? Мне кажется, что будет очень полезным, если эти ребята
конечно, какое-то время погордятся своими результатами. Не забудьте сказать спасибо своим педагогам, своего рода тренерам. Без них, поверьте, какими бы ни гениальными и талантливыми вы бы не были, без ваших наставников ничего бы не случилось. А пожелать я вам хочу внутреннего ощущения того, что главное ваше достижение еще впереди. И не просто получение дипломов, не просто получение сертификатов. Вы должны именно ощутить вкус вот этого научного творчества, творчества исследователя. Мне кажется, это очень полезно для тех, кто сегодня вступает в жизнь. Еще одной площадкой проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стал Ярославский государственный университет имени Павла Григорьевича Демидова. Здесь участники решали сложные математические задачи. Экспериментальным методом делали логические заключения по физике, анализировали сложные экономические модели, выступали экспертами в области теоретического и практического права и социологии. Воссоздавали картины жизни отдельных государств, народов и личностей разных периодов истории. Александрович, скажите, много ли школьников пользуются правом поступления в Ярославский государственный университет по итогам личных достижений во Всероссийской олимпиаде школьников? Статистика ведется. Я очень рад сказать, что достаточно много наших будущих абитуриентов и тех, кто сейчас уже стали студентами, используют дополнительные баллы, которые начисляются за достижение определенных результатов во Всероссийской олимпиаде школьников. Тем более, что мы проводим часть таких олимпиад регионального уровня. И здесь важно, что вместе с достижениями ЕГЭ все равно нужно сдавать. И есть определенные правила, там 75 баллов по ЕГЭ, которые позволяют воспользоваться вот такой особым правом, связанным с получением, скажем, 100 баллов по данному предмету, если вы достигли определенного уровня на олимпиаде. И это очень важно. Мне кажется, что к баллам по ЕГЭ, которые раньше были единственным пропуском, как правило, сейчас можно добавить до 10 баллов за счет индивидуальных достижений. И одно из таких индивидуальных достижений – это участие в различных этапах, подчеркиваю, в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников. Спасибо большое за ваш ответ. Мы надеемся, что количество участников Всероссийской олимпиады школьников с каждым годом будет расти. Тех детей, которые хотят достичь высоких результатов. Александр Ильич, а скажите, а что бы вы пожелали ребятам, которые только начинают свой олимпиадный путь? Я бы пожелал им, первое, хорошего тренера и хорошего учителя. И главное, надо не забывать, что соревнования – это не единственное, что определяет уровень и не определяет полностью будущую карьеру. Люди, которые умеют хорошо соревноваться, не всегда являются людьми, которые потом будут долго и системно работать. Но пробовать себя надо обязательно. У каждого человека свое психологическое, значит, вот такое вот поведение в условиях сложных. И проверять себя на умение бороться обязательно нужно. Но нельзя расстраиваться, если у вас что-то вдруг не получилось. Все придет. В учебном году региональный этап Всероссийской олимпиады школьников впервые проходил в Ярославском государственном техническом университете. Здесь школьники демонстрировали свои знания по основам безопасности жизнедеятельности, пробовали свои силы в микробиологии, зоологии и генетике, представляли свои экологические проекты, выполняли географические и картографические задания, а также задания по технологии, демонстрировали свои знания по английскому языку. Елена Олеговна, скажите, пожалуйста, какие возможности дает университет для интеллектуального потенциала тем ребятам, которые поступают по итогам индивидуальных достижений Всероссийской олимпиады школьников? Университет рад всегда приветствовать своих абитуриентов, и для тех ребят, которые к нам приходят с высокими академическими результатами, у нас есть система бонусов и дополнительных преференций. По участникам, победителям и призерам Всероссийских олимпиад, участники финального этапа – это 3 дополнительных балла, призеры – это 8, и победители, соответственно, 10 дополнительных баллов.
Кроме того, в университете есть программа поддержки лучших. Она предполагает кратное увеличение стипендий для ребят в зависимости от итогового балла ЕГЭ, с которыми к нам поступил. Спасибо большое за ваш ответ. А что бы вы пожелали участникам Всероссийской олимпиады школьников? Ну, конечно, победы. Те ребята, кто уже прошел определенные отборочные этапы, они по факту победители, но финальный результат, он действительно важен и для самоощущения, и для дополнительных баллов при поступлении в университет. А вообще старшеклассникам и их родителям я желаю настроиться спокойно, пройти этап сдачи единых государственных экзаменов и в дальнейшем учиться, познавать мир, развиваться, ну и, конечно же, чувствовать себя счастливым. Особенностью Олимпиады по информатике и информационно-коммуникационным технологиям стала ее организация проведения на двух площадках, одной из которых стал Рыбинский государственный авиационный технический университет имени Павла Александровича Соловьева. На базе университета было организовано 26 дополнительных мест для юных программистов. Всех участников Всероссийской олимпиады школьников поздравляет декан факультета радиоэлектроники и информатики Рыбинского государственного авиационного технического университета Ломанов Алексей Николаевич. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ломанов Алексей Николаевич, я декан факультета радиоэлектроники и информатики Рыбинского государственного авиационно-технического университета имени Павла Соловьева. Хочу вас поздравить как победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Для страны это значимое событие, а вы его герои. Но почивать на лаврах еще нельзя, у вас впереди много дорог, и сейчас вы выберете одну из них. Кем стать учителем, медиком, двигателистом, пилотом самолета, либо кем-то еще. Но в любом случае, самое главное, надо стать профессионалом своей деятельности. Ребята, я хочу вам пожелать главное здоровья, успехов в ваших начинаниях. Какую бы дорогу вы ни выбрали, самое главное, чтобы вы работали на благо себя и своей страны, своего народа. Спасибо вам. Надеюсь, что у вас все получится. Каким должно быть жюри Всероссийской олимпиады? Опытным, компетентным, внимательным и рассудительным, скажете вы. Несомненно, именно такие профессионалы оценивают знания олимпийцев нашего региона. Перед вами видеодиалог, который состоялся между членами жюри и участниками Всероссийской олимпиады школьников. Более 10 лет я являюсь председателем жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии. В этом году значительно увеличилось количество участников по многим общеобразовательным предметам, что, конечно же, не может не радовать. Ребята показывают отличные результаты, а вот у жюри возникает сложность в поиске баланса между желанием высоко оценить всех талантливых участников и необходимостью придерживаться как критериев, так и рамок справедливости. А с какими сложностями пришлось столкнуться вам, дорогие участники? Самым сложным на Олимпиаде определенно было решение задач, которые требовали не только знаний, но и умения логически мыслить и рассуждать. Порой сложно было справиться и с волнением, ведь участие в Олимпиаде достаточно ответственное дело. Участвуя в региональном этапе по истории, я столкнулся с такой сложностью, как нехватка времени на выполнение заданий творческого тура. На историческое эссе и исторический проект отводилось 3 часа. Мне бы хотелось, чтобы на выполнение данных заданий отводилось 4 часа, для того, чтобы была возможность максимально развернуто и подробно ответить на поставленные вопросы. Единственной сложностью, которая возникла в этом учебном году, стала пандемия. Из-за нее был введен ряд ограничений, поэтому некоторые встречи с педагогами и занятия по подготовке пришлось перенести в онлайн-формат. Но и с этой трудностью мы справились. Всероссийская олимпиада школьников – это не просто ежегодная встреча талантливых учеников, это другой параллельный мир. Ребята готовятся к олимпиаде, вместе занимаются, обсуждают серьезные научные проблемы, учатся по-другому мыслить. В региональном этапе олимпиады участвуют школьники всех муниципальных районов Ярославской области. А это новые знакомства, круг единомышленников, новые встречи. Здесь очень важно, чтобы рядом был кто-то, чьей поддержкой можно заручиться. В то же время олимпиада – это конкурс, индивидуальный зачет.
Как вы считаете, насколько серьезна конкуренция на Олимпиаде и остаются ли соперники друзьями? Безусловно, конкуренция на Олимпиадах очень серьезная. С каждым годом становится все больше и больше участников, соревноваться становится сложнее. Конечно, существует дружба между соперниками, а соперники мы только на самой Олимпиаде. За пределами нее мы постоянно пересекаемся, общаемся. После Олимпиады собираемся и обсуждаем задания, смеемся над ошибками друг друга. И какими бы ни были результаты, каждый участник поддержит другого и будет рад его победе. За звание победителя конкуренция высока всегда. За призовое место она уже меньше и зависит от особенностей конкретного предмета, от его популярности среди школьников и от особенностей формулировки заданий. Соперники дружить, конечно, могут. И помешать дружбе может совсем не конкуренция, а малое количество времени, которое они проводят вместе за пределами олимпиадных баталий. Одной из особенностей современного мира является доступность информации. Однако информация может быть разной, полезной и не очень, актуальной или устаревшей, правдивой или ложной. Здесь очень важно умение из огромного информационного потока выбрать что-то уникальное, нужное, правильное, обладающее интеллектуальной значимостью. Всероссийская олимпиада школьников – это интеллектуальный марафон, требующий от юных участников обширного и разностороннего багажа знаний. Обладание знаниями, выходящими за рамки школьной программы, позволяет достигать высоких результатов на Олимпиаде. Но как вы считаете, победа на Олимпиаде – это стратегия, систематический труд или, может быть, просто счастливая случайность? Нужны все три составляющие. Во-первых, знания, необходимые на Олимпиаде, далеко уходят за рамки школьной программы, поэтому приходится постоянно читать дополнительную литературу и получать новые знания. Во-вторых, важна правильно выбранная стратегия. Многие участники приходят на Олимпиаду и сначала решают те задания, в которых они уверены. Ну и в-третьих, чаще всего на Олимпиаде невозможно решить все на максимум, и поэтому иногда приходится выбирать ответы наугад. Я считаю, что подготовка к Олимпиаде крайне важна, поскольку она действительно может очень сильно повысить ваши шансы на победу, но никогда не может ее на 100% гарантировать. Поэтому в последний момент все решает удача. Победа в Олимпиаде состоит из многих факторов. Прежде всего, это хорошая подготовка и знание своей дисциплины. Важное значение имеет также и опыт участия в Олимпиадах. И конечно, нельзя забывать о счастливом случае, о том, какие попадутся задания на самой Олимпиаде. Достижение успеха во Всероссийской Олимпиаде школьников открывает множество возможностей для ее участников. И для каждого эти возможности совершенно разные. Для нас, как жюри Всероссийской Олимпиады, это возможность поделиться своими знаниями с подрастающим поколением, пообщаться с участниками, узнать их взгляды на те или иные события в мире науки. А какие возможности дает Олимпиада вам? Для меня Олимпиада – это возможность проверить свои знания и силы на практике, испытать себя. Помимо этого, конкурс мотивирует к изучению нового, чтению интересных статей и книг на различные темы. Ведь олимпиадные задания охватывают большую область знаний и требуют от участника достаточной эрудиции. Возможность узнавать что-то новое, развивать и совершенствовать свои навыки в процессе работы. Это возможность завести новые знакомства с ребятами, с которыми у вас будут общие интересы. И еще, это возможность зарекомендовать себя среди педагогов и жюри конкурса, которые нередко являются преподавателями университетов, в которые потом поступают участники. На них посмотреть, себя показать, благодаря Олимпиаде, биться лишний раз в своих силах. Лично мне Олимпиада позволила после 9 класса не волноваться по поводу ОГЭ и сразу поступить в тот профильный класс, который я хотела. Сейчас же призерство на Олимпиаде позволяет мне получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Ну и кроме того, благодаря Олимпиаде я познакомилась с огромным количеством интересных людей, с которыми я хотела бы продолжать общаться и вне Олимпиады. Сегодня в нашей студии мы рады приветствовать победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Тех ребят, кто достойно представлял Ярославскую область на федеральном этапе Олимпиады. Но прежде чем чествовать наших интеллектуалов, мы пообщаемся с некоторыми из них. Знакомьтесь, Илья Смирнов, ученик 8 класса средней школы номер 33, город Ярославль.
Алексей Душанин, ученик 9 класса школы номер 33, город Ярославль. И Софья Сосыгина, ученица 11 класса школы номер 42, город Ярославль. Здравствуйте. 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 Во-первых, очень хочется вас поздравить с тем, что вы стали призерами федерального этапа, заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Расскажите о ваших успехах. По какому предмету вы стали призерами и какие ваши результаты? Илья. Я стал призером олимпиады по математике, набрав 37 баллов из 56 возможных. Соответственно, мне не хватило всего лишь 2 баллов до победителя. Ну, это, наверное, закономерный результат в некотором смысле. Почему закономерный? Я не решил 2 геометрических задачи, а без геометрии сложно получить хороший результат. Но я знаю, что, учась в 8 классе, вы писали работу за 9, правильно? Да. То есть я думаю, что для этого результат очень-очень даже достойный. Алексей, вы какой предмет представляли на олимпиаде? Я писал Всероссийскую олимпиаду по физике. У меня ситуация тоже схожа с Ильей. Мне немного не хватило до победителя, но как бы мне это не очень приятно говорить про себя. Не хватить может по совершенно объективным причинам. Я, может быть, плохо учил предмет хуже, чем остальные, может быть, хуже разбираешься. И не всегда это зависит от каких-то случайных обстоятельств. Вот. Поэтому, все равно я своим результатом доволен. Я думаю, да, стать призером заключительного регионального, даже федерального этапа олимпиады, где представлена вся Россия, а участники со всей России, это действительно очень достойный, хороший результат. А Софья? Я стала победителем по французскому языку. Замечательно. Если не секрет, сколько у вас баллов? 120. Вы написали на 120 баллов работу? Да. Это потрясающе. Софья, тогда скажите, пожалуйста, этот вопрос я адресую потом и Алексею, и Илье. Спортсмены готовятся к олимпиаде, да, они тренируются. Я думаю, что интеллектуальная олимпиада также требует тренировок. Как вы тренировались и готовились к олимпиаде? Я учусь в школе номер 42, в школе с углубленным изучением французского, поэтому я полюбила его буквально со второго класса, этот предмет. И готовилась к олимпиадам, потому что я стала пробовать свои силы, и у меня стало получаться. Я посещала различные франкофонные мероприятия, участвовала в конференциях, стажировках, общалась с носителями языка, и таким образом, я думаю, что это все повлияло на мои достижения. В Париже были? Конечно. И общались с носителями языка? Да. И как они вас понимали, легко или все-таки с трудом? Честно говоря, во Франции всегда делают комплименты моему французскому и моему произношению в частности. А вы как понимали коренных зрителей и носителей языка? Хорошо. Тоже хорошо, замечательно. Алексей, как вы тренировались к олимпиаде, готовились к олимпиаде по физике? Я считаю, то, что сравнение олимпиад по физике и спортивных олимпиад, оно очень меткое. И не случайно вы так подобрали, видимо, знаете, потому что... Как нигде, здесь в олимпиадах по физике большую роль играет опыт прорешивания старых олимпиадных задач. То есть, и, например, перед финалом я прорешал, наверное, все предыдущие олимпиады до 2006 года, по-моему. Вот. Но как бы это не просто так, это повышает твою сообразительность, ты находишь новые подходы, до которых простой человек не связан никак с физикой, никогда бы не додумался. Физика — это ведь не только решение задач, но и практика, правильно? Да. Вот что вам ближе, решать задачи, теоретическая физика или практическая физика, если так можно сказать? Я думаю, плюс-минус одинаково. Но с практикой у меня было намного меньше опыта, поэтому теорию я написал лучше. Понятно. Илья, как вы тренировались и готовились? В математике тоже подготовка состоит в основном из решения задач, например, там, с предыдущих олимпиад, но не только. Вообще, какие виды задачи, они дают много новых идей, которые помогают решить задачи на олимпиаде. Замечательно. Олимпиада, всероссийский этап, заключительный. Волнительный, наверное, самый волнительный момент, когда вы узнали свои результаты, что стали призерами и победителями. Вот какие эмоции вас заполнили в этот момент? Как вы встретили этот момент в своей жизни? Софья.
закрытие нашей олимпиады по французскому языку проходило в этом году онлайн. И объявление, соответственно, победителей и призеров тоже проходило онлайн. И, конечно же, когда я услышала свое имя, я испытала такой приятный шок, восторг с одной стороны, но с другой стороны, поскольку нам не выдали дипломов, у меня не было возможности подержать его в руках после церемонии награждения, мне казалось, что это какая-то сказка, и вот волшебство рассеется, и кажется, что это все мне приснилось. Но да, я была, конечно же, очень рада своему результату. Замечательно. Алексей? Ну, к этому моменту я подошел более спокойно, потому что результаты стали известны далеко не сразу. Уже после второго тура я примерно понимал, что написал хорошо, но старался события не торопить. И когда я приехал в Ярославль уже, только в это время стали известны результаты, я как бы был уже морально готов к ним. Но все равно чувство радости не покидало меня дня два после результатов. Илья? У нас в олимпиаде тоже баллы были известны за некоторое время. Поэтому я тоже был готов к такому результату. Но, конечно же, я так же, как и остальные участники, испытал радость большую. И вполне доволен результатом. Илья, а вот с кем из своих родных, близких, друзей, знакомых вы поделились своей радостью самым первым? Ну, онлайн-трансляцию закрытия и награждения мы смотрели онлайн. Поэтому вся семья сразу же увидела это все. Были рады? Да, конечно. Алексей, а вы с кем поделились радостью в первую очередь? У нас, наверное, появление результатов было связано в первую очередь не с закрытием, а с появлением итоговых протоколов, по которым, то есть с рейтингом всех участников. И по ним сразу было понятно, что я не победитель, но я очень хороший призер. Родители тоже. Ну, в этот момент со мной тоже были родители, я им сразу об этом сказал. Написал своим преподавателям тоже из Логоса. И все, конечно, были очень рады. Замечательно. Софья, с кем вы поделились радостью своей победы в первую очередь? Я смотрела церемонию закрытия со своей командой, со своими друзьями и со своим преподавателем. И, конечно же, первые минуты радости я разделила с ними, с моими друзьями, которые поддерживали меня, и с моей учительницей, и Цимбаловой Ольгой Владимировной, которой, собственно, и обязан этой победой. Ну и потом я, естественно, сообщила своей семье, которая тоже очень гордится всегда моими успехами. Здорово. А, Софья, скажите, пожалуйста, это было первое ваше участие в заключительном федеральном этапе Всероссийской олимпиады школьников? Или раньше вы уже принимали участие на столь высоком уровне? Я в 2019 году, когда я училась в 9 классе, я уже принимала участие в финале. Тогда я стала призером, и мне не хватило до статуса победителя буквально 2 баллов. В 2020 году, к сожалению, финал не состоялся из-за пандемии, а вот в 2021 году я уже, имея некоторый опыт за плечами, смогла стать победителем. То есть у вас уже олимпийский такой опыт есть? Да. А с какого класса вы принимаете участие в олимпиадах? Ну, начиная со школьных. Да, я принимаю участие в олимпиадах с начальной школы. Это были олимпиады по разным предметам: русский язык, английский, математика. И я часто занимала высокие места в рейтингах, но поскольку я учусь в школе с углубленным изучением французского, этот предмет стал моим главным увлечением, и я стала больше углубляться именно в него, в его изучение. Илья, а у вас большой олимпийский опыт? Ну, в олимпиадах как таковых я стал принимать участие с 5 класса. До этого были, конечно же, тоже некоторый опыт. Решал задачи, в том числе и олимпиадные. Проходил так называемый конкурс «Кенгуру». По математике тоже принимал в нем участие. Поэтому можно сказать, что и раньше у меня был такой опыт. А вот во всероссийском федеральном этапе, заключительном, первый раз принимали участие? Да. Алексей, а вы?
Да, я тоже первый раз был на финале. И в олимпиадах начал участвовать, то есть в муниципальных этапах Всероссийской олимпиады в 7 классе я участвовал по 4 или 5 предметам, я уже точно не помню. Но через некоторое время я понял, что физика мне больше интересна, и уже в конце 8 класса, во время дистанта, заняться мне было нечем, компьютерные игры уже надоело играть, поэтому я решил начать заниматься углубленно. Софья, скажите, пожалуйста, этот вопрос также я потом адресую Алексею, Илье. Ведь в олимпиадах принимает участие очень-очень много ребят, да? А во Всероссийской олимпиаде школьников, в ее местном, в школьном этапе, в региональном этапе. И вот от вас, как от победителя и призеров, какие бы вы советы дали участникам олимпиады? Какие качества нужны для одержания победы? Как готовиться? Может быть, какие-то секреты, советы, напутствия? Ну, в первую очередь, я считаю, что нужно пробовать себя в разных сферах, в разных предметах, чтобы найти свое призвание. Потому что если ты действительно любишь то, чем занимаешься, как бы это банально ни звучало, ты добьешься успеха, несомненно. И, конечно же, нужно всегда работать много. А если ты занимаешься тем, что тебе нравится, то труд превращается в удовольствие. Поэтому, конечно же, нужно найти себя, и для того, чтобы добиться успеха, уже встав как бы на этот путь, нужно научиться справляться с волнением, нужно много тренироваться, решать задания, поэтому трудитесь, верьте в себя. И один из главных принципов, которым научил меня мой олимпиадный опыт, даже если ты не уверен в своем ответе, лучше написать то, что ты думаешь, чем оставить пустое место, потому что тот же самый принцип я применяю в жизни. Лучше сделать и не жалеть об ошибке, чем не сделать ничего и лишить себя любых шансов на успех. Спасибо. Илья, ваши пожелания, напутствие будущим олимпийцам? У меня не так много опыта участия в таком этапе олимпиады, как всероссийский такого уровня. Поэтому каких-то особенных советов я, наверное, дать не могу. Единственное, что я могу сказать, надо очень много трудиться, конечно же. Верить в себя, не волноваться. Алексей? Ну, я дам, наверное, такой практический совет. Сейчас наступает лето, и достаточно много возможностей подтянуть свои знания по нужному предмету. Советую поучаствовать в летних лагерях, в летних школах учебных, тем более регистрация еще не на все из них закрыта. Вот. Алексей, что вам больше всего нравится в физике, в этом предмете? То, что физика, она описывает реальный мир, и она строится не просто на абстракции, не на неточных взаимоотношениях людей. Она строится на реальном мире, она описывает реальный мир, может быть, с какой-то не очень хорошей точностью, но имея физические знания, мы можем в голове себе построить модель и предсказывать поведение любой системы, любого процесса в мире. То, например, те же самые колебания курса биткоина, доллара. Я думаю, это все поддается... Тоже физические процессы, вы хотите сказать? Их моделирование строится на абсолютно схожем принципе, я считаю. Я, конечно, не углублялся, но мне так кажется, да. Да, интересная гипотеза. Илья, за что вы любите математику? Ну, мне в математике как раз нравится абстракция. Мне нравится сведение частного к общему. Я так понимаю, что у Ильи и у Алексея впереди еще вы продолжите учиться в школе. И есть желание принимать еще участие в олимпиадах? Да, конечно. Да, конечно. То есть вы будете идти дальше? Обязательно. Чтобы стать победителями, как Софья. Да. Ну что же, мы желаем вам удачи. Всем вам. Еще раз поздравляем то, что вы стали призерами и победителем федерального заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Примите наши самые радостные поздравления. Всего вам самого доброго. Удачи на вашем жизненном пути. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Спасибо. Вот и наступил торжественный и волнительный момент. Награждение победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Победителя и призеров поздравляет заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Андреевич Колесов. Добрый день. Добрый день, уважаемые участники, призеры и победитель Всероссийской олимпиады школьников. Рад приветствовать вас и передать слова поздравления от имени губернатора Ярославской области Дмитрия Юрьевича Миронова. Всероссийская олимпиада школьников – это одно из самых массовых школьных мероприятий, которые проводятся по всей стране. Все регионы России принимают в нем участие, и исключением не является Ярославская область. В этом году на школьном этапе приняло участие более 114 тысяч школьников, на муниципальном – более 18 тысяч ребят. Огромная конкуренция, серьезный отбор, и тем серьезнее и весомее победа. Участие в школьной олимпиаде – это не только открыть для себя свои силы, рассчитать свои возможности, получить новый опыт, но и замечательная возможность поступления в высшее учебное заведение по тем направлениям, которые вы для себя выбрали. В этом году на заключительном этапе школьной олимпиады копилка региональной системы образования пополнилась одним дипломом победителя, и 15 ребят стали призерами. Это серьезные, существенные успехи. Мы поздравляем наших победителей и желаем всего самого доброго, лучшего и успехов на выбранном жизненном пути. Благодарностями губернатора Ярославской области награждаются Бейлин Илья Дмитриевич, обучающийся 8 класса лицея номер 2 города Рыбинска, призер олимпиады по математике. Градин Александр, обучающийся 11 класса средней школы номер 43 города Ярославля, призер олимпиады по немецкому языку. Дунаева Полина Андреевна, обучающаяся 11 класса средней школы номер 33, призер олимпиады по математике. Душанин Алексей Павлович, обучающийся 9 класса средней школы номер 33, призер олимпиады школьников по физике. Ерегина Вера Владимировна, обучающаяся 11 класса открытой сменной школы номер 94 города Ярославля, призер олимпиады по итальянскому языку. Ильин Матвей Дмитриевич, обучающийся 11 класса средней школы номер 42 города Ярославля, призер олимпиады по французскому языку. Куркова Екатерина Максимовна, обучающаяся 11 класса лицея номер 2 города Рыбинска, призер олимпиады по литературе. Расщепкин Дмитрий Евгеньевич, обучающийся 10 класса лицея номер 86, призер олимпиады по технологии. Свиликов Ростислав Евгеньевич, обучающийся 11 класса гимназии номер 2 города Ярославля, призер олимпиады по экономике. Смирнов Илья Владимирович, обучающийся 8 класса средней школы номер 33, призер олимпиады по математике. Сосыдина Софья Сергеевна, обучающаяся 11 класса средней школы номер 42 города Ярославля, победитель олимпиады по французскому языку. Тернопол Леонид Дмитриевич, обучающийся 10 класса средней школы провинциальный колледж, призер олимпиады по математике. Цымбалов Максим Сергеевич, обучающийся 11 класса средней школы номер 42 города Ярославля, призер олимпиады по французскому языку. Шибаев Егор Сергеевич, обучающийся 11 класса лицея номер 2 города Рыбинска, призер олимпиады по математике. Вот они, герои Всероссийской олимпиады школьников от Ярославской области. Еще раз поздравляем вас с вашими достижениями, наградами и победами. И желаем вам всего самого доброго, светлого и полезного в жизни. А вас благодарим за внимание. Всего вам доброго!